Здравствуйте, друзья! На связи Дед Мазай. По эту сторону экрана снова я, по ту сторону экрана снова вы. И сегодня очень хорошая погода на улице, как поется в песне «А за окном буянила весна». Вот, солнце светит прямо в глаз. Ну, короче говоря, жарко. На градуснике, который висит на солнышке, аж целых 17 градусов показывает. Почта Китая заработала в полную силу, посылки пошли, и вот она очередная. Очередная ко мне приехала, давайте вскроем, посмотрим, что же нам прислали наши братья меньшие. Так, открываем, ага. Значит, это два бампера, а это, не поверите, стилус. Стилус для телефона, чтобы не пальцем тыкать, а вот этой штучкой. То есть такие вот резиновые носики, и сама штука такая похожая на патрон. Интересная вещь. И два бампера на телефон. Бамперы, чем вот они меня взяли, так сказать. Во-первых, это вот такая вот как бы резина, силикон, не знаю, да. Во-вторых, то, что в принципе он надевается на любой телефон. Вот что-то тут приклеилось не то. Ну ладно. Вот мой телефон. Вот бампер. Одевается вот так вот на телефон. Таким вот макаром. Просто-напросто это резинка. Не сломать бы телефон еще. Во, наделся. Сейчас мы его наденем ровненько. Ну, вот примерно вот таким вот макаром. Одевается на телефон. И, собственно говоря, телефон становится, скажем так, ударопрочный. С этой стороны появляется, вот если вы видите, да, бортик. Когда кладете его, он уже экраном не чиркает об стол. Здесь он тоже экраном не чиркает. И, кстати, в руке очень так хорошо держится. Ну, это как раз для тех, кто таскает телефоны в карманах и как-то без футляра. Вот, пришло два бампера. Один черный, второй белый. То есть, как в песне, да, один серый, другой белый, два веселых гуся. Кстати, а что бы нам не попробовать вот эти стилусы? Ну-ка, смотрите-ка, работает. Ого, отлично. Ну что ж, вполне стилусы. Спасибо продавцу за подарочек. Вот, сейчас мы попробуем, как второй у нас бампер нацепляется. Так, вот эти две дырочки, я так понимаю, для зарядки телефона, потому что динамик, в смысле, микрофончик расположен где-то в другом месте. Так, то есть это две дырочки для того, чтобы телефон можно было заряжать. Одевается вот таким образом. Икс, одеваем. Теперь его выпрямляем получше. Так, выключись. Так, это выключается. Вот такой вот получается телефон с таким вот бампером. Веселеньким, беленьким. То есть вот, когда на стол его кладете, он, в общем-то, уже не стеклом, а вот этим бампером упирается в стол, соответственно. Вот такая вот штука. Ну и, коли у нас есть вот эти вот отверстия, надо их как бы выровнять немножко по этим отверстиям. Но, в принципе, тут можно прорезать чем-нибудь. И вот такая вот штука получается у нас. Ну что, вполне, в общем-то, неплохо. Вот такая вот вещь. Вот такие вот бамперы, вот такие вот подарочки. Спасибо продавцу. Все было супер, дошло.
ничего не побилось, хотя и биться-то было нечему. Вот, в общем-то, вот так вот. А вот такое видео. Благодарю за внимание. Подписывайтесь на канал. С вами был Дед Мазай. Пока-пока. Увидимся.